Так что же у нас получается? Что у нас получается? Я вообще мечтаю ездить на качестве. И в смысле своих событий я знаю, что зачем переплачивать дважды. А если нету смысла переплачивать, но вы хотите ездить на качестве, я вам предлагаю зайти в Best Auto, которая находится за моей спиной, на улице Магнитной, 111. И тут вы поймете, то, что качество есть. И пока вы смотрите на эту дивную панораму машин с годовой гарантией, и поймите, что бывают события, когда машина, имея хозяина, увеличивает свою цену. Я постараюсь объяснить, зная владельца. Его машины были полностью переделаны до изумительности. Что это за человек? Это мой учитель, Валерий Юрьевич Гиммерверт. К слову о том, что и меня он научил. Так вот, машины, которые продал и он, и я, увеличивали цену в 2 или 3 раза. И вы думаете, что мы одни такие? Ваши думки неправильные. Потому что есть машины блестящие, в отличных руках, и не надо мне говорить об обратном. Никто из вас не проехал на моем опыте машин от 23 лет. Как? Вот они, такие машины в Best Auto. Да-да-да-да-да-да. Вы хотите машины с гарантией? Машины с гарантией есть. Вот смотрите внимательно. Машины с гарантией. Ровно год гарантии. Это клево? Естественно. Вы хотите что-то совершенно красивое и не настолько дорогое, насколько оригинал стоит? Да вот, пожалуйста. Best Auto, Nissan Qashqai в последнем кузове. Да-да-да. Все есть здесь. Никаких проблем у вас не должно возникать. Есть машины и новые, и с минимальным пробегом. Ну что для топа пробег меньше гарантии? Гарантия-то есть целый год. К слову, машины есть упакованные по отлично. У них тоже есть годовая гарантия. Ну где вы еще это найдете? И вы думаете, что машина со стажем не имеет оную? А почему нет? Ее полностью осматривают, меняют, а может и нет резинки. И вот оно, качество, целый год гарантии. Настоящая гарантия. Мы когда говорим о ценниках, не надо думать, что ценники какие-то космические. Далеко не космические ценники. Вот эта машина, которая мне очень-очень нравится. Мне почему-то нравится Renault Fluence. И даже без разницы, какого она года, она сама машина очень красивая. А это еще и стоит, ну, примерно столько, сколько я все время брал джип. Только сейчас ценники немножко поменялись. А к слову о том, что я могу спокойненько оформить здесь дополнительную и небольшую сумму, и у меня целый год будет гарантия. Это клево. Это клево. А таких машин здесь раз очень много. С годовой гарантией. Конечно, огромное спасибо интернету. Опять тупите. Ну зачем вы так? Я про YouTube. Конечно, моей радости там мало. Там умные мои сюжеты смотрят, но мало-мало. А вот сколько просмотров аварии? И тут мы понимаем, что большинство, и это далеко не Россия. Это наша жизнь. Но есть Магнитогорск и окрестности, где дороги изюм, где не солят, где человеки с большим вниманием любят машины. Нет ни соли, нет ни ударов. Мизерные коцки есть, ну чуть-чуть. То есть чуть-чуть покрываем лучшим качеством дорог и большим удовольствием. И оно в Best Auto в большем количестве, чем где-либо есть. Здесь, на Магнитной 111. И сколько, и сколько их хватает. Потому что здесь как бы вам машины-то продают с умом. Они их готовят, естественно, проверяют по полной программе. И вы думаете, что не получается здесь хорошо? Так же получается хорошо. И давайте все-таки определимся, в каком возрасте вы покупали свои первые иномарки и какого они были качества. И когда нам рассказывают сказки, что какой-то там пенсионер, я просто был в Германии, я там машина обыкновенных, просто машина с пробегом меньше 250 тысяч просто не видел. Я там ехал со своими деньгами, я вот взял с собой 7 тысяч долларов. В принципе, должно было мне хватить, но оказалось, что не хватает. Вот так вот. То есть не надо говорить про сказки. Вам тогда проезжали. В данном случае вам ничто не проезжает, потому что машины проверяются. Вы у меня спросите, кто любит машины. Вы спросите. Я люблю онные. Поверьте, и такие есть, но не каждый делает свою любовь смыслом жизни. Я делаю и показываю вам именно это качество. Для тех, кто не в курсе. Падаем до плинтуса. Смотрим машины в Best Auto. Падайте.
ни течи нет, ничего. Вот как здесь для вас продаются машины лучшие. Так вы не думайте, что здесь не умеют заботиться. Во-первых, здесь заботятся не только о машинах, но и о вас. Место, где я нахожусь, это все перевели на первый этаж, естественно, потому что банков здесь очень много, человеков, которые занимаются кредитованием также. И пока люди занимаются кредитованием, вы спокойненько можете пить чая и кофе, а ваш ребенок может спокойненько позаниматься. А, к слову о том, что здесь вы еще и можете спокойненько телевизор посмотреть. Да-да-да-да-да. К сожалению, моих телевизионных программ будут чуть-чуть попозже, естественно. Не в день в день, но вы сможете посмотреть. А потом уже купить. И к слову о том, почему я вам все-таки рекомендую сюда приехать, потому что машины в отличнейшем состоянии, в отличнейшем. И вы можете их спокойненько, посмотрев, подумать, а застраховать и купить здесь. И не надо переплачивать, не переплачивайте, господа мои, что вы делаете, что вы делаете? Я не понимаю. Ой. Я вам говорил про жесть, она уже есть. Я вам говорил про полнейшее удовольствие, так оно тоже есть. Кредиты и качество. Не надо вливаться в дивную ипотеку с чудовищным кредитом. Это не нужно. Нужны ваши мысли, внедряемые в ощущения в Best of Tone магнитной 111. Вам нравится, вы покупаете, вы ездите с долей осторожности, а затем через год или два получаете новый вариант. Чем не радость, то...